Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Агулов. Я основоположник техник работы с животом, который больше известен как метод Агулова или массаж внутренних органов через переднюю стенку живота. Этот метод был запатентован в начале 90-х годов как способ коррекции функционального состояния организма. По сути, была собрана висцеральная практика с нуля, систематизирована, дополнена и построена система оздоровления. Но мало кто знает, что вначале система была предназначена для спецподразделений, работающих в экстремальных условиях. Метод проверялся на курсантах военных училищ, которые не знали ни анатомии, ни физиологии. Это сейчас некоторые пытаются приравнять мой метод к всенародному достоянию. Но чтобы он стал доступным инструментом, была проведена большая и серьезная работа совместно с медиками разных медицинских направлений. И так как метод зарекомендовал себя с наилучшей стороны, позволял решать многие вопросы по здоровью, появилась необходимость обучения, чтобы каждый человек, не имея специального или медицинского образования, мог освоить его и применять самостоятельно для профилактики. Далее появилась необходимость в написании книг. Первую книгу я написал в 1994 году, когда интернет еще не был так популярен и онлайн-обучение не проводилось. Она называлась «Висцеральная хиропрактика в старорусской медицине». Далее были написаны еще несколько книг на эту тему. Поэтому все, что появилось и появляется позже, всевозможные правки живота, латки живота, постановка пупа и тому подобное, это лишь части одной большой системы, можно сказать, вырванной из контекста, которая называется висцеральная практика. В последнее время появляется все больше и больше различных онлайн-курсов, где люди, не специалисты, разрывают целостность метода, берут какую-то малую часть этой системы, называют как-то иначе и продают под своим названием. Тем самым часто дискредитируют метод, занижая его возможности. Будьте внимательны и помните, что от одного и того же действия можно получить как пользу, так и вред, или не получить вообще ничего, затратив время и деньги. И еще, друзья, важная информация для всех. Считаю правильным проинформировать вас о том, что на сегодняшний день есть два проекта, связанных с моим именем. Это Агулов-центр, который возглавляю я, и проект Агуловой Юлии Максимовны. Агулова онлайн, где принимают участие специалисты, не связанные с деятельностью клиники Агулова и Академии Агулова. Проект Агулова онлайн – это самостоятельный проект, и я вас информирую с целью, чтобы избежать путаницы. Поэтому внимательно относитесь к любого рода сообщениям на почту или СМС. Будьте внимательны при оплате онлайн-семинаров, чтобы в дальнейшем не разочаровываться и не обращаться к нам с вопросами о возврате денежных средств. При работе с животом не все так просто. Лечь на мяч, подождать, пока боль пройдет, недостаточно. Или надавить и подождать, тоже недостаточно. Такое воздействие имеет смысл разве что при работе с желудком, и то это связано с его анатомическими особенностями. И тоже не всегда достаточно. А ведь кроме желудка в животе есть еще много разных органов и структур, например, желчные протоки, брыжейка, почки, матка, сосуды и так далее. Все это невозможно качественно проработать просто лежа на мяче или надавливая чем-то, каким-то предметом сверху. Более того, в моей практике были случаи, когда обращались пациенты с травмами внутренних органов, которые они получили на приеме у недоученных горе-специалистов. На своих семинарах я и преподаватели центра всегда уделяют повышенное внимание противопоказаниям и показаниям метода. Нужно знать последовательность воздействия, угол, вектор, глубину воздействия и прочие нюансы. Этому можно грамотно обучиться в нашем центре, чтобы самое главное не навредить ни себе, ни своим близким. В настоящее время мы добавляем учебу в формате онлайн. Для начала рекомендую вам ознакомиться с онлайн-семинаром «Самомассаж», который позволит каждому почувствовать на себе эффективность данного метода.
Курс проводит мой ученик, ведущий специалист, доктор, невролог и преподаватель центра Тимофей Кармацких. Этот курс вы можете найти на нашем официальном сайте. Дорогие друзья, пользуясь случаем, я приглашаю вас на онлайн-обучение, а в дальнейшем к нам в центр на профессиональное живое обучение, где вместе с теорией вы получите практические навыки, которые в онлайн освоить нереально. Приходите, обучайтесь, пробуйте на себе и будьте здоровы. Ваш Александр Агулов. Надеюсь на скорую встречу с вами. Удачи и здоровья!